Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Вот мы и встретили Новый год, год 2006. Наверное, это зимний праздник. Он самый красивый, самый радостный, самый искренний. Он дарит надежду, оптимизм и желание изменить жизнь к лучшему. И дай Бог каждому из нас силы везения, чтобы воплотить все планы и замыслы, которых наверняка у каждого предостаточно. Первый в новом году выпуск «Губернии» открывает рубрика «Церковный календарь». На этой неделе весь православный мир славит рождение Бога-младенца. В ночь на 7 января праздничные рождественские богослужения прошли во всех церковных приходах Южного Урала. А в нашей программе принимает участие митрополит Челябинский и Златоустовский владыка Иов. Приветствую и поздравляю жителей Южного Урала, всех жителей Челябинской области с великим, светлым, радостным и благодатно-спасительным праздником Рождества Господа нашего и Спасителя. Радостным праздником потому, что Господь по своей милости искупил человека от греха и смерти и возвратил ему прежнее блаженство. Когда человек находился после грехопадения, удаления от Бога, то лишь через пришествие на землю Сына Божия была возможность искупить его от этого страшного состояния. И поэтому в день праздника Рождества Христова радуется небо, радуется и земля. И эту радость возвестил ангел Господень в лице вифлеемских пастырей всему человечеству. Велие благочестие тайна, Бог явился во плоти, свидетельствует нам святой апостол Павел о великом снисхождении Сына Божия к роду человеческому. Я искренне от всей души желаю всем жителям Южного Урала благословенного новолетия, благополучия, успехов в трудах и обильной благодатной помощи Божией на всех путях человеческого делания. Христос рождается, славите! Христос небес встречайте! Христос на земли, возноситесь, пойте, Господи, вся земля, и веселье воспойте, люди, яко прославися. «Рождественская история» – так называется спектакль, который юные зрители могут увидеть в дни каникул на сцене Челябинского драматического камерного театра. Рассказывая библейскую историю рождения Христа, авторы напоминают детям о вечных ценностях,
и прежде всего о необходимости творить добро. Корреспондент губернии Елена Пилипенко убедилась, спектакль получился трогательный и возвышенный, поэтичный и нежный. Это один из тех немногих случаев, когда новогодний спектакль, а мы можем назвать его рождественским спектаклем, в конечном счете войдет в репертуар театра. Дело в том, что даже те люди, которые продолжают не верить в историю Христа, они все равно найдут для себя что-то очень важное, потому что мысль спектакля заключается в том, что рождение любого ребенка – это чудо. И на это чудо откликается как бы весь мир и вся природа. Следом какой? Рождество. А что вы знаете про Рождество? Что в этот день родился Иисус Христос. Люди были злые, а он всех учил добру. И людям это не понравилось, и его распяли на кресте. А потом его родственники пришли и сняли его, положили в пещеру. Потом утро приходят, и его нету. Они сказали, что он воскрес. Он воскрес. Нам осталось идти. Совсем недолго. А? Как это стало тебе известно? Очень просто. Ты когда-нибудь видел мои уши? Уши? Уши. Конечно. Ну и, надеюсь, ты обратил внимание, какие они. Я давно заметил, что у него длинные. Боялся его обидеть. То, что это такое Евангелие от животных, это, наверное, самое правильное. Потому что нам бы хотелось, чтобы каждый ребенок ощутил, что вот то, что он родился, это чудо. И то, что он живет, это тоже чудо. По-моему, они заблудились. Не могли нас заблудиться, когда не знаешь, куда идешь. Зато они знают, зачем идут. А это куда важнее. Здесь все время приходится ловить вот этот контакт. И все время его держать, и все время ориентироваться на детей, потому что это самый взыскательный зритель, которого невозможно обмануть. Его невозможно обмануть, поэтому даже не имеет смысла стараться его обмануть. С ним можно действовать только абсолютно искренне. Современному миру чрезвычайно не хватает добра. И вот эта идея добра, она так или иначе в сегодняшнем мире связывается с Христом. Вот то, что спектакль очень добрый, очень светлый, очень трепетный, очень нежный. Вот это та интонация эмоциональная, которой современному миру не хватает. И спектакль несет эту интонацию. Границы земли и неба идет восьмом. И ведет за собой тележку, в которой сидит женщина и держит на коленях младенца. И все они идут и летят туда, куда им указывает новое созвездие, которое так похоже на нашего быка. В самый канун Нового года, 31 декабря, 85-летний юбилей отметил ветеран южноуральской журналистики, поэт-фронтовик, остроумный и добрый человек Леонид Устинович Чернышов. А в канун дня рождения он получил награду «Орден Серебряная звезда. Общественное признание», учрежденный в честь 60-летия Великой Победы. И кроме того, вышел из печати второй том воспоминаний «Притяжение земли». Мы сердечно поздравляем Леонида Чернышова с юбилеем. Желаем ему доброго здоровья и творческого долголетия. А в нашей программе сюжет, который был подготовлен к 75-летию областного радио «Южный Урал».
наша светлая юность. Ты однажды навсегда нам дана. Годы, вы как чуткие струны, только тронешь, запоет струна. Я должен признаться, что радио я увлекся с детских лет. Будучи учеником 48-й школы на тракторзаводском районе, в том районе, где мы жили, и отец мой строил тракторный завод, я в то время вместе с учителем физики собрал первый в своей жизни радиоприемник детекторный с лампочками. И включили его, когда, говорит, Челябинск, работает радиостанция РВ-72. Мне застучало сердечко. Вот сам собрал, сам услышал. Это было действительно большое событие в жизни. Ну а потом, когда пришло время служить в армии, меня призвали в 40-м году, и попал я сразу в роту связи. Опять радиоаппаратура, телефонная аппаратура. И с первых боев, а я вступил в бой 13 июля 41 года на Карельском фронте, вот это знание техники помогло вести боевые операции. Трудное было время, очень трудное. Будучи радистом, я получил свою первую боевую награду, медаль за боевые заслуги. Когда кончилась война, вернулся я в Челябинск. Стал учиться в педагогическом институте на факультете русского языка и литературы. Писал стихи, они публиковались и в «Огоньке», в «Смене», в «Юности», в «Крокодиле». А потом меня пригласили на радио. Помню, вот самый первый репортаж, когда я сделал со строительства конвертерного цеха на Челябинском металлургическом заводе. Запустили это сооружение громадное, красивый огонь там и все такое. Вот я возбужденный вернулся в редакцию, а уже подходило время выхода в эфир, поставили пленку на магнитофон, запустили, сказали, что вот событие только что совершилось, и наш корреспондент поведает вам об этом. Все шло хорошо. И вдруг пленка порвалась. Склейки где-то были не очень хорошие, и она стала опускаться на пол. Звукооператор схватился за голову, ну что, все, хана, сейчас намотается на бобину, на ролик, и все погибло. Я на ходу схватил кончик этой ленты и стал ее, как говорят, доить, потихонечку тянуть на себя, и все пошло, пошло, пошло. И до конца этот репортаж прозвучал, что называется, без сучка и задоринки. Радости было очень много. Мне это запомнится навсегда. Потом меня пригласили работать в качестве сапкора Всесоюзного радиотелевидения по Челябинской области. И за 20 лет этой работы я побывал на всех предприятиях, область все облазил. Был и в шахтах, и на вершинах, и в цехах, и на полях, и на фермах. И что было очень важно, что каждый из нас стремился именно к оперативности. Вот со словом «сегодня». Только что. И каждого я настраивал на то, что ты входишь в дом к людям. И особенно дорого мне воспоминания, когда мы поехали по боевому пути нашей Челябинской танковой добровольческой бригады через Польшу, Германию, Чехословакию. Целый месяц ехали в автобусе, останавливались на самых важных местах и на Одере, вспоминали, как, что, чего было. Я исписал 15 километров пленки. И особенно дорого вот сейчас, когда мы готовимся к 60-летию Победы, вот касаться этих записей, услышать вот эти живые голоса людей, они меня очень трогают, и воскрешаются вот в памяти эти великие события. Помощь в Праге пришла 9 мая в 4 часа утром. Мы можем сказать, что все наши приветствовали советскую армию очень хорошо, очень тепло, так как видели, что с приходом советской армии кончится война. И все были благодарны советской армии за освобождение не только Праги, но и всей Чехословакии. Когда мне
присвоили звание лауреата международного конкурса славянских журналистов, посвященный произведениям, связанным с войной, я получил этот диплом и медаль лауреата России «Верные сыны». А до этого получил звание лауреата на всероссийском конкурсе журналистских работ, посвященных труженикам тыла. И когда в Москве вручали диплом и премию, поинтересовались, а сколько же вам лет, Леонид Устинович? Я сказал, когда молодые спрашивают у меня, я отвечаю, 18. Как? Я говорю, 18 до 100 не хватает. И тогда зал зааплодировал. Но я сказал, что по старым возрастным канонам я должен быть как Лунси Дым. Но не расстанусь с микрофоном и буду вечно молодым. Сюжет, который мы сейчас покажем, наверное, будет интересен прежде всего прекрасной половине нашей аудитории. Новый год – это, как правило, появление новых тенденций в моде. А ведь любой женщине не хочется отставать в этом вопросе. Все подробности от корреспондента губернии Евгении Ромашкиной. Год огненной собаки в моде будут все оттенки красного и желтого. В особом почете окажется золото. Однако это не значит, что все вещи черного цвета нужно выкинуть из гардероба. Черный по-прежнему тоже будет актуален. Самое главное, чтобы все блестело. Сейчас очень модно не просто, чтобы был, допустим, вечерний наряд, допустим, маскарад, какая-нибудь маска на лице, чтобы было интересно. Очень модно будет в гардеробе иметь корсет с V-образным вырезом, с круглым вырезом. Очень модные ткани – тафта, органза, атлас. В отличие от брюк, которые должны быть облегающими, юбки, напротив, станут пышнее, обзаведутся подкладом. Мини окажется вне моды. Длина до колена – вот хит предстоящего сезона. В этом году очень модно, чтобы на спине был разрез. Широкий. Конечно, чтобы спина была идеальна. Ввиду того, что большинство модельеров и дизайнеров мужчины, в моде по-прежнему останутся прозрачность и полуобнаженность. Изюминкой сезона станет кружево. Чем больше его окажется на платьях и блузках, тем моднее вы будете. Кружевная тенденция переносится и на вязаные вещи. Дорогие деловые женщины, это в первую очередь относится к вам. На костюмы в этом году наложено табу. Не модно носить одинаковый низ и верх. Должно быть как бы несочетаемое. Жакет и, допустим, джинсы. Сейчас это очень модно. Если наряды должны быть яркими и блестящими, то в плане макияжа предпочтительнее сдержанность. В плане аксессуаров в этом году мода весьма демократична и совершенно не консервативна, чего не скажешь о наших мужчинах. Вообще, женщинам не требуется украшений, на мой взгляд. Женщина – существо совершенное, и в ней Господь заложил все и сразу. Но если хочется выделиться, если хочется подчеркнуть свою индивидуальность, пусть это будет подвеска, пусть это будут серьги, пусть это будут красные, розовые цвета. Это то, что популярно сегодня. В этом году намечается просто-таки бум на всевозможные стразы. Но помимо праздничной феерии существует и повседневная жизнь, где есть понятие уместности и неуместности. Когда мы говорим про повседневную классическую бижутерию, ну, здесь уместны сдержанные формы, классические цвета, минимум блестящих элементов и такие простые геометрические очертания. Допустимо в этом году бижутерия из кожи.
Но в отличие от работы, которая обязывает, мода в мире украшений ограничений не ставит, особенно в цветовой гамме. Однако тем, кто принципиально следует за годом огненной собаки, специалисты рекомендуют бижутерию, выполненную в медных и красных тонах. Отличный наряд, идеально подобранные украшения, но вспомните сказку о Золушке, и вы сразу поймете, что здесь чего-то не хватает, конечно же, туфельки, а лучше пары. С учетом того, что разбрасываться ими мы не собираемся, то выбирать надо с прицелом на будущее, не только на один вечер. Наши женщины носят обувь не так, как в Европе. Например, во Франции, в Италии, женщина купила обувь, она ее носит 2-3 месяца, потом кому-то дарит или даже выбрасывает. У нас женщины любят, чтобы обувь им служила долго. Дизайнеры продумали это, и обувь, которая сейчас представлена новогодняя, будет также очень модной и летом 2006 года. Законодателями в обувном мире моды являются итальянцы. Они-то и решили, что самыми актуальными цветами в этом сезоне станут белый, золотой и бежевый. Идеально, если все три цвета будут сочетаться в одной модели. Однако это требование не распространяется на зимнюю и демисезонную обувь. В мире обуви не уважили огненную собаку. Красный цвет представлен очень слабо. Объясняется это тем, что не каждая женщина рискнет одеть столь экстравагантную обувь. Зато экстравагантная высокая шпилька в большом почете. Однако это не обязательно. Не можете — не калечьте ноги понапрасну. Они вам еще пригодятся. Что касается материалов, на первом месте сейчас замша. Из нее делают все. Зимние и демисезонные сапоги, вечерние туфельки и даже мокасины на лето. Потому что замша мягче, красивее. На ней можно стразы сделать более нежными, чем они будут смотреться на коже. Также выбивка очень модна на замше. Что ждет нас в этом году? Конечно, что-то доброе и хорошее. И каждый верит, что это доброе и хорошее должно произойти именно с ним. И для подтверждения своих надежд нет-нет, да и заглянет в гороскоп, узнать, что нам запланировали звезды. Вопрос веры. Любой вопрос так поставить. Допустим, верите ли вы в закон Ньютона? Вот. Но вы же его не проверяли лично, да? То есть остается только доверять авторитетам. Так и здесь. То есть любая область – это всего лишь вопрос доверия. Гороскоп для всех – это, конечно, популярная астрология, но и здесь требуется профессионализм. Главное, чтобы те события, которые были предсказаны, сбывались. Именно этим отличаются прогнозы, которые делает Александр Солодухин, магистр астрологии. Специально для нашей программы он не отказался составить гороскоп, с результатами которого мы спешим вас познакомить. Не бойтесь ставить перед собой грандиозные цели и строить долгосрочные планы. Год удачен для заключения финансовых сделок, получения кредита. Возможны изменения в социальном плане, бракоразводные процессы, потери или приобретение работы. Ну, наверное, будет все хорошо. Вот, в прошлом году я прочитал, вот, мне должно было в этом сначала, да, и счастье всякие. А думаю, в следующем году все будет нормально. Телец. Жизненной энергии и физической активности будет хватать на многое. Год многообещающий в плане заключения брака. Возможны конфликты с руководством или властью. Надеюсь только на свои силы полностью. В гороскопы не верю. Близнецы. Халявы в этом году не будет. Старайтесь уделять внимание мелочам, ведь из них складывается общая картина. Браки могут как создаваться, так и разрушаться. Что будет, и в конце концов, ну я сама властна над тем, что будет, надеюсь. Там плохого-то ничего не надо, все хорошее, чтобы у нас уже здоровье было, чтобы везде все у нас было все хорошо. Рак. Хорошее время для отдыха, азартных игр. Год весьма удачен для людей творческих профессий, художников, актеров, музыкантов, писателей. Следует уделить внимание поддержанию мирного огня в домашнем очаге. Конечно, все под знаком гороскопа. Но я желаю, чтобы в городе все люди были счастливы. Желаю всем здоровья, успехов. Каких-то всеобщих благ желаете, не для себя? Да. Ну, для себя у меня все есть. Так что то, что мне надо, я сам зарабатываю. Лев, если представить, что жизнь – дорога, то в этом году вас ждет крутой поворот. Хороший год для покупки и продажи недвижимости. Особое внимание следует уделить здоровью. Возникнут проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Надо много дел, естественно, в этом следующем году сделать. Много хорошего, постараться поменьше плохого делать. И вообще, надеюсь, год будет хороший. Ну, я не знаю, что меня ждет, конечно, в следующем году, но надеюсь на лучшее. Счастье, удача, везение. Дело. Благоприятное время для установления деловых контактов, расширения круга общения. Хороший период для поездок и получения новых впечатлений. Настороженно относитесь к врагам, они могут принести вам неприятности. Самое главное в жизни – это спокойствие, здоровье и дружба. Весы. Вы будете подстраиваться под окружающую среду. То, что раньше ставилось превыше всего, может оказаться незначительным. В течение года могут всплывать старые проблемы, прежние любовные связи. Верить в лучшее и не отчаиваться, когда что-то плохое случается. Всегда верить, что если случилась беда, значит, следующее будет что-то хорошее. Каждый год хочу получать пятерки. Скорпион. Наиболее удачный год в плане профессионального роста, карьеры, поиска перспективной работы. Прекрасное время для самореализации. Возможны частые контакты с юристом или судебным приставом. Как вы думаете, ждет ваш знак в следующем году? Чудеса. Я не то что верю в судьбу, но от жизни всегда жду только самого хорошего. И с этой надеждой живем. Стрелец. Не исключено появление тайной влюбленности, которую вы захотите скрыть. Следует особенно внимательно вести себя на дорогах. Не просто дадутся поездки за рубеж. Не знаю, что пожелать себе. Нечего. Все есть. Ну, не все есть. Но, наверное, будет что-нибудь еще, что хотел. Козерог. Приготовьтесь к вашему активному вмешательству в жизнь политических партий и общественных движений. Заметно расширится круг проблем и знакомых. Если имущество или жизнь не застрахованы, то следует это сделать. В следующем году я буду хорошо учиться, и будет веселый год, чем этот. Водолей. Ваш труд будет оценен, и вы получите соответствующую награду. Остро встанет проблема алкоголизма. Неудачное время для ремонта и улучшения жилищных условий. Преувеличить то счастье, которое я обрела в прошедшем году. Я вышла замуж, встретила любимого человека. Но я счастлива, как никогда. Рыбы. Благоприятное время для получения образования. Вас ждет много приятных неожиданностей в разных сферах жизни. Не исключено частое общение с судебными органами. Собака, она вообще охраняет семейный очаг. И очень все удачно у людей становится в этом году. Верить или не верить гороскопу – ваше дело. А мы хотим пожелать вам удачи в наступившем году.